Очень в нашей культуре, в нашем обществе очень часто делают связь между сексуальной ориентацией и педофилией. Угу. Мне бы очень не хотелось твое мнение психолога, есть ли тут какая-либо взаимосвязь вообще? Да. Сейчас опять порвем эфир. Потому что разговоры о педофильной сексуальной ориентации как таковые, это про то, что в принципе есть педофилы. Но есть педофилы, которые предпочитают девочек. Если это мужчина, это девочка, то это гетеросексуальная, педофильная сексуальная ориентация. Есть педофилы, которые предпочитают мальчиков, и это, понятно, гомосексуально. Есть педофилы, которым неважно, мальчик это или девочка, да, это бисексуальная. Это отдельно педофилия, отдельно педофилическое расстройство, отдельно преступления сексуального характера, совершаемые против детей, и сексуальная ориентация. То есть, в принципе, от сексуальной ориентации человека никак не зависит. Если я гетеросексуальный человек, и у меня здоровая сексуальность, у меня будет как бы влечение к взрослому женскому телу, да, я мужчина, она женщина, да, это гетеросексуальная ориентация, у меня не может быть влечения к детям. Если я гомосексуальная женщина, да, у меня есть влечение к гомосексуальной женщине, у меня есть влечение к взрослому женскому развитому телу, сформированными грудью и так далее. У меня нет сексуального влечения к ребенку. Если я бисексуальный человек, и у меня влечение к взрослому мужчине, зрелому его телу, и к взрослой зрелой женщине, у меня бисексуальная ориентация. Педофилия — это сексуальное влечение к детскому телу. Угу.